Международный день защиты детей является одним из самых важных праздников каждого ребенка. В этот день особое внимание уделяется виновникам торжества. В комплексном центре социального обслуживания населения состоялось мероприятие, посвященное Дню защиты детей. На празднике присутствовали представители муниципалитета города, активисты волонтерского корпуса «Чистое сердце», подопечные и их родители. Для приветствия гостей и присутствующих слово было предоставлено заместителю директора центра Абузагиру Аджиеву. Дорогие дети, я вас хочу поздравить с этим прекрасным праздником, вас, ваших родителей, пожелать вам здоровья и чтобы вы почаще радовали своих родителей. В комплексном центре вот для вас здесь вот созданы все условия для того, чтобы вы в неурочное время здесь получили развитие. Это кружки кройки, шитья, компьютерные и так далее, так далее. Много процессов есть. Праздник есть праздник. Мы всегда рады по этому празднику. Я заранее хотел бы еще раз поблагодарить спонсоров, которые всегда нам оказывают помощь, волонтеров, всегда, которые участвуют в наших мероприятиях. Вас, дорогие дети, и ваших родителей. Родители, спасибо вам. На сегодняшний день на попечении у комплексного центра находится свыше 400 семей. И очень важно каждому ребенку уделить должное внимание не только со стороны родителей, но и руководства центра. Основная цель проводимых мероприятий – уделить внимание каждому из воспитанников, оказать поддержку тем семьям, которые в этом нуждаются. Праздник для детей не обошелся без танцевальных и вокальных исполнений. Благотворительные акции на этом не заканчиваются. В планах у работников центра множество различных развлекательных программ с привлечением подопечных. Много теплых слов было сказано в адрес детей в этот день и преподнесено подарков. Дети – это наша надежда, наше будущее. Нет ничего прекраснее детства, полного радости и благополучия, отметили организаторы мероприятия. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».